Ну, а при чем тогда? Луна круглая, Земля круглая, Солнце круглое. Тогда это может появиться. А у вас где? Я понимаю, Николай, я соглашусь с вами, что, но утверждать, что Луна и Солнце круглое, ну, то есть, но видим мы круг. А объемный ли это круг? Мы же за нее не заглядывали. Между прочим, кстати, благодаря Николаю, в прямом эфире очередную уникальную информацию озвучу. Значит, Солнце на самом деле у нас не круглое. Сейчас я покажу, как Солнце на самом деле выглядит. Кто более удачный пример найдет вот этой фигуры, вот так на самом деле выглядит Солнце. Давайте я вам покажу видео, где это хорошо показано. Обращаем внимание на экран. Видите вдалеке Солнце? Ничего оно себе не круглое. Вы понимаете, что лампочка, если она будет овальная, или вытянутая, или круглая, или треугольная, или квадратное свечение при таком огромном, мы просто форму не увидим. Понимаете, вот, допустим, Солнце имеет вот такую форму шестигранную. Но из-за того, что свечение закрывает истинную форму лампочки Солнца, мы ее воспринимаем как шар. На самом деле, обратите внимание в кадр, Солнце имеет шестигранную форму. Причем, кстати, и звезды. Я сейчас не нашел ролик. Если вы у Юры Тимовского найдете ролик или в интернете, если вы в замедленной съемке останавливаете абсолютно любую звезду, абсолютно любую, она имеет шестигранную форму. Поэтому мы должны поблагодарить Николая. Он, благодаря ему, Котлярову открыл истину. Солнце у нас на самом деле, как роман по-научному эта фигура называется? Сейчас я хочу расшарить, показать. Значит, смотрите, уважаемые слушатели и зрители, в силу каких-то там, возможно, авторских прав, я ролик пускать не буду весь. Он в интернете называется «Реальные звезды над плоской Землей». Ну, видно, автор просто решил плоская Земля ради просмотров. Да, ведь ни для кого не секрет. Если вы напишите в ролике «плоская Земля», а у вас будет там какой-нибудь Бонифаций прыгать, это все равно просмотры обеспечены. Конечно, маты в комментариях и дизлайки, но плоская Земля всегда притягивает. Но я хотел сказать другое. Я уже ранее показывал и объяснял, что над нами купол, над куполом океан. В океане существуют такие же обыкновенные живые существа, как и на нашем морском дне. Помимо живых существ есть еще техногенное устройство. Если у нас на морском дне находятся подводные лодки и другие, скажем так, транспортные средства, то за куполом ситуация тождественна. Значит, я вам сейчас покажу всего лишь несколько фотографий планктона морского. И если вы сравните самостоятельно, наберете морской планктон и найдете звезды, и будете останавливать очень аккуратно или в замедленной съемке смотреть изображение, то вы столкнетесь с тем, что небесные светила ничем не отличаются, по сути, от наших, да, светил морских. Вообще неподготовленному человеку, если не сказать, что это звезда, он скажет, что это, ну, Вячеслав, ну, это эмблема зеленая или инфузория туфелька. А зачем ты показываешь какую-то молекулу? Но человеку не объяснить. Во-первых, обратите внимание, звезда имеет шестигранную форму. Ранее, 5 минутами ранее, я демонстрировал шестигранное солнце. Обратите внимание, солнце действительно шестигранное. Солнце не имеет шарообразную форму. Оно исключительно имеет вот такую шестигранную основу. Вот так вот выглядит наше Солнце. Любой самостоятельно может это проверить. Каким образом? Делаете катапульту, направляете по направлению Солнцу. Просите своих друзей, чтобы они вам помогли резинку оттянуть катапульты. И шмякаетесь об Солнце, то есть прилипаете и рассматриваете вот этот чудесный куб. Ну вот видишь, кубик тоже шестигранный. Ты видишь 6 граней, на самом деле это кубик. Я же тебе показывал проекцию, дарил тебе. Куб, а видим, мы его видим-то с лицевую сторону только. Мы же не можем и сзади, и тыл видеть, и вперед. Ты всегда видишь плоское изображение.
Есть плотные слои атмосферы. Почему? У вас что, куда у вас вода? У вас такие аргументы, обхохочешься, да? Еще в чате такие вещи пишут там. Коля Рогов там что-то это... Ну, смысл такой, но набираем чашку воды, над ней ставим купол. Никуда из чаши вода не денется. Кстати, вот тоже обратите внимание, остановил кадр Венус. Может, это Венера. Она тоже шестигранная. Надеюсь, не только я вижу, что она шестигранная. Дело в том, что, значит, программисты высшего порядка, я имею в виду небесная канцелярия, которая создавала этот мир, она не использовала шарообразные объекты. Шарообразные объекты только мы можем делать, бильярдные шары и мячики для пинг-понга или для тенниса. Кстати, возьмите мячик, напишите, ну или давайте я не поленюсь, напишу. И вы увидите, как выглядит наш мир. Мяч, у меня рядом друг подарил. Причем он подарил, знаете, как на фарт. За неделю до того, как я отснял первый ролик. Мяч для гольфа. Про сотовую землю. Он мне подарил, он даже не придавал значения. Я ему сказал: Слава, я скоро сниму ролик, в котором озвучу истинное положение вещей. Как же выглядит наша земля на самом деле. На что Вячеслав мне сказал: Слава, земля шарообразная, и для этого не требуется никаких доказательств. Ну вот смотрите, мячик для гольфа. Как он у нас выглядит? У меня тоже недалеко есть такой же. Вот, поэтому мы только создаем шарообразные предметы, а как бы, ну, программисты или сущности, или существа относительно низкого порядка. А небесная канцелярия, если уже создает что-то, то она как бы создает обязательно шестигранный вопрос. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник. 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения Санникова также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов.